الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه. Вполне вероятно, что это был самый видный и авторитетный богослов современной эпохи, занявший почетное место в мусульманском мире. Жизнь шейха Абдул-Азиза бин База теперь уже стала золотым мерилом достижений, успехов и работ последующих поколений ученых-богословов. Абдул-Азиз, сын Абдаллы, родился в городе Ар-Рияде 10 ноября 1912 года и стал знаменосцем нового поколения богословов в длинной цепочке потомственных ученых из семьи праведников и мудрецов, отличавшихся своим благородным и благочестивым стремлением к знаниям. Однако всего лишь 3 года от роду малыш осиротел, потеряв своего любимого отца Абдаллу. Как и в историях из жизни многих просвещенных душ былых времен, мерцающих огоньками славы, которые могли просто взять и угаснуть навеки под натиском мира эмоций, все же удалось сохранить и усилить свое сияние благодаря оберегающей и любящей защите, которую можно найти только под покровительством родной матери. Шейх Абдул-Азиз бин Абдалла бин Абдур-Рахман бин Мухаммад бин Абдалла Аль-Баз был верховным муфтием Саудовской Аравии. Свой путь в постижении знаний он начал с раннего детства, переняв свои познания и любовь к наукам по наследству. Еще в подростковом возрасте этот источник света изнурял себя трепетным и благодатным изучением величественного Корана, в итоге выучив его наизусть. С раннего детства одаренный юноша был вынужден работать. В те времена и среди людей того общества это считалось вполне привычным. Абдул-Азизу едва только исполнилось 14 лет, когда он начал подторговывать на шумных рынках Рияда, устроившись в качестве помощника в одной из одежных лавок. Но благодаря его неугасаемому рвению к учебе, в паре с его равнодушием к торговой деятельности, юноша вскоре оставил рынок, чтобы полностью посвятить себя поиску знаний в исламских науках под попечительством шейха Мухаммада ибн Ибрахима аль-Шейха, который позже станет верховным муфтием Саудовской Аравии и, соответственно, предшественником своего же студента. С раннего возраста любовь Абдул-Азиза к знаниям с каждым днем разгоралась все ярче, словно одинокая звезда на фоне мрака пустынного неба. Однако в то время как свет веры и знаний становился все ярче на его горизонте, свет его глаз стал медленно угасать. Уже в 15 лет зрение Абдул-Азиза стало заметно ухудшаться. На протяжении 4 лет он постепенно терял зрение, и уже к 19 годам юный студент полностью ослеп. Мать была сильно потрясена и неистово переживала за сына. Охваченная горем, она накапливала всю свою боль и обращалась к Всевышнему с искренней мольбой и прошением о наступлении прозрения для своего сына. Как мерцающий блеск искусного украшения, красующегося во мраке ночного неба, тускнеет серебром звезд на рассвете, уступая череду золоту ярких солнечных лучей, наполняющих горизонт, так и то, что становится недоступным для глаз, восполняется, став доступным созерцанию мудрости.
суду. Посвятив себя интенсивным занятиям, изучению содержательных предметов и дисциплин, таких как юриспруденция, арабская грамматика, морфология, классическая литература, поэзия, история, сунна пророка, толкование текстов, наряду с многими другими направлениями, открытыми перед ним. Молодой студент с воплощенным интеллектом был настроен вдоволь напиться из источника знаний и превзойти своих учителей. Согласно общепринятым и устоявшимся традициям богословов предыдущих поколений, полученные знания должны были отвечать определенным требованиям, установленным признанными и уполномоченными ведомствами. Книга являлась лишь носителем информации, посредством которого учитель передавал знания своим студентам. Однако ни один студент не имел права преподавать на основании лишь прочитанных им книг. Шейх Абдул-Азиз учился у многих видных и уважаемых мыслителей, среди которых были такие ученые, как шейх Салих бин Абдул-Азиз и шейх Саад бин Атик, занимавшие должности судей Рияда. Он также обучался у Хаммада бин Фариса, управляющего государственной казной, а также брал курсы у шейха Саада Вакка Аль-Бухари в Мекке. Он в совершенстве знал Коран и все правила его чтения. Однако наиболее почитаемым им учителем и наставником был шейх Мухаммад Ибрахим бин Абдул-Латиф, под воспитанием и наставлением которого молодой Абдул-Азиз обрел все необходимые знания, которые впоследствии помогли ему подняться на вершину почитаемых религиозных слоев. جمع العلم بين القرآن وبين الحديث وكان فقيها على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في أول طلبه العلم ولم يمنعه ذلك بأن يكون واسع الأفق يختار من الأقوال الفقهية أجودها وأقربها إلى الكتاب والسنة فإذا كان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال الفقهاء وكان أيضا رحمه الله تعالى إضافة إلى علمه كان عاملا وهذه نقطة خطيرة مهمة في حياة العالم. Проделав долгий путь по бескрайней пустыне знаний и ряда дисциплин, в 1938 году Абдул-Азиз бин Баз был назначен судьей Аль-Хараджа. Ему было 27 лет, и это была его первая официальная должность, в которой он прослужил более 10 лет. После судейской службы молодой ученый занялся преподаванием на новой кафедре шариата в Рияде, где он провел еще 10 лет добросовестной работы, вплоть до торжественной церемонии открытия Исламского университета в Медине, сразу же удостоивший его профессуры. К своему времени, в 1961 году, шейх Абдул-Азиз бин Баз уже поднялся до высокой позиции заместителя главы Верховного Муфтия, своего наставника, шейха Мухаммада бин Ибрахима Абдул-Аль-Шейха. Несмотря на свое скромное начало, когда он был вынужден торговать одеждой на рынках Рияда, Абдул-Азиз бин Баз всем сердцем посвятил себя поиску знаний, религии и религиозных дисциплин. Его стремительная академическая карьера была заслужена и отмечена по достоинству. За время, проведенное в залах суда и в аудиториях Саудовской Аравии, он в итоге состоялся как верховный муфтий королевства. Заняв наивысшую религиозную должность страны, он продолжал быть наставником многих институтов и организаций, таких как Всемирная лига мусульман,
Он также возглавлял Ассамблею юриспруденции, одновременно являясь членом Верховного комитета в качестве заместителя короля. Шейх Абдул-Азиз бин Баз был настоящим мудрецом и богословом. Он объединил в себе знания правоведения с глубоким пониманием сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Несмотря на свою слепоту, поразившую его в раннем возрасте, шейх сохранил огромное количество хадисов в своем сердце. Он был настолько компетентным и дотошным в чтении и ссылках на источники, что даже переписчики корректировали свою работу в его присутствии, в то время как он полагался только на свою память, исправляя их ошибки. Кроме всего прочего, он занимался аналитической оценкой разных письменных работ. Его понимание религиозных принципов и шариатского права были настолько широко признаны и ставились в пример, что даже будучи членом Совета по изданию фетв, вместе со многими учеными-старейшинами он обладал правом двух голосов, в то время как все остальные имели лишь право одного голоса. Шейх Абдул-Азиз бин Баз был одним из тех ученых, который постоянно поддерживал живую связь со своим поколением. Его переживание за благополучие и благосостояние народа было хрестоматийным, вызывая подражание среди его студентов и знакомых. Примеры его смелости и мужества перед лицом правителей, как внутри Саудовской Аравии, так и за ее пределами, приведены в ряде книг и документах. قالت لهم كيف حال الشيخ عبد العزيز قالوا وتعرفينه قالت كيف لا وقد أحاطت بي مشكلة فأرسلت إليه وطلبت منه أن يساعدني فأرسل لي محددا شهريا مصروفا شهريا 1000 ريال كل شهر يصلني وأنا في قريتي هذه رحمه الله تعالى فعجب الناس ودهشوا. Шейх и муфтий Абдул-Азиз бин Баз является эталоном многих современных ученых-богословов, примером для многих студентов, проявляющих усердие и выдержку в своем стремлении получить докторскую степень в религиоведении. Множество людей, не вхожих в академические круги, также извлекли пользу из его выводов, получив для себя разъяснения во многих вопросах религии. Многие другие нашли пользу в его книгах и записях лекций. По праву есть и такие, которые по сей день продолжают упоминать его имя для укрепления своей позиции в вопросах касательно религии. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى من يقرأ كتاب الله حفظاً أو نظراً أن يعنى بهذا الكتاب العظيم ويقبل عليه بكل قلبه دراسة وتدبراً وتعقلاً في الأوقات المناسبة من ليله ونهاره وأوقات فراغه حتى يستفيد من كلام ربه وحتى يعلم مراد ربه وحتى يعمل بذلك. يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة وطلبة العلم أن يعنوا بقرآن عظيم عناية خاصة تامة تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته وطلبا للفائدة ثم العمل. وعند الإشكال
يراجع العالم زميله ومن لديه فائدة في هذا ويبحث معه فيما أشل، ويراجع كتب التفسير المعروفة ففيها خير كثير كابن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم، يراجعها فيما أشكل ويستفيد في حل ما أشكل عليه، ويراجع الأدلة من كتب الغريب وكتب اللغة وشروح الحديث ووصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك مما يحتاجه طالب العلم. ومن يقرأ القرآن وليس بعالم سوف يفتح الله عليه إذا تدبر وتعقل، وفي ذلك أيضا رقة لقلبه وقوة لإيمانه وتذكير له بالآخرة وبحق الله، فيزداد علما وهدى وتقوى، ولا يحرم من علم يستفيد وخير يصل إليه. Свет знаний и мудрости, посредством которых многие пришли к пониманию своей веры и сохранили свою религию благодаря его непосильному труду и проповедованию, угас 13 мая 1999 года. Душа шейха Абдул-Азиза бин База покинула тело перед призывом на фаджр, утреннюю молитву. Море скорбящих почитателей шли на его джаназу, как в Мекке, так и за ее пределами, чтобы отдать ему должное и проститься с ним. Шейх Абдул-Азиз бин Абдаллах бин Абдур-Рахман бин Мухаммад бин Абдаллах Аль-Баз был кладезью знаний при жизни, а когда его тело было погребено и покрыто землей, его наследие продолжило проливать свет и обогащать новые поколения ученых, которые еще долго будут изучать его трактаты и учения, раскрывая завещанное им как скрытое сокровище.